Здравствуйте, приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем проходить Best Inside, Звери внутри. Если не ошибаюсь, у нас глава 7 должна быть. Так что посмотрим, что нам преподнесет эта новая глава. Как бы ни звучал дневник Николаса, помог мне взломать советский шифр, но я недолго радовался. Так уж вышло, что мне пришлось выслеживать шпиона и искать по пути жучки. В итоге я добрался до развалин гостиницы, где наткнулся на следующую часть увлекательных мемуаров Хайда. Ну что ж, как мы понимаем, на нас хотели повесить всех собак, на меня, на батю. Но так получилось, скорее всего, как мы предполагаем, что это батя разрулил ситуацию путем убив всех. Ну, это не точно. Об этом мы узнаем только, конечно же, пройдя всю игру. Давай, вставай, Калич. Что за херня творится? Где я? Как, черт возьми, кто-то вырубил меня, когда я был на руинах? Но зачем меня притащили сюда? Хороший вопрос. Глава 7. Найти дорогу домой. И как мне добраться домой? Так. Так, вот отсюда я бежал с этими штуками от призрака. А, подождите, бежал-то я от призрака в прошлом. Так. Есть что-нибудь, что меня может заинтересовать? Так. Тут ничего нету. Идем прямо по дороге. Вот тут есть два пути, налево и направо. И если бы я еще знал английский. Ну ладно, две стрелки в эту сторону укажут, туда и пойдем. Пойди, какая тогда приведет меня. По палатке. Посмотрим, кто живет в этих палатках. Так. Нужно найти дорогу домой. Я знаю, что нужно. Так. Кто ты? А никого нету, скорее всего. Так. Бояться некого. Там лежит карта. Лежит. Так. Уверен, с ее помощью можно что-то открыть. Рукоять. Это что-то крутить будем. Кто-то разбил этот лагерь, оставив здесь карту. Так. Вот с другой стороны опять какой-то шифр. Так, ладно. Давайте пока возьмем. Есть. Что это? Похоже, кому-то просто нравится писать всякую чушь. Давайте посмотрим. Не знаю, когда это произошло, я проснулся и понял, что ночью мою жену подменили, и кто-то чужой выдает себя за близкого мне человека. Я был напуган, но не подавал вида. Пошел в комнату сына, рассказать ему, что какая-то злая женщина притворяется его мамой. Он спал, поэтому мне пришлось разбудить его, нежно дотронувшись до плеча. Раскрыв глаза, мальчик удивился, и меня осенило. Это был не мой сын. Не знаю, чей это был ребенок, но явно не мой. Поглощенный страхом, я выбежал в коридор, обхватил колени руками, изо всех сил пытаясь преодолеть головокружение. И когда я вновь выпрямился, передо мной стоял мужчина. «Ты кто такой?» – закричал он. «Что ты делаешь в моем доме?» Я не ответил, это было слишком. С такой наглостью я еще не сталкивался, но когда я попытался схватить его за горло, моя рука уперлась в зеркало. Чужак тут же распался на миллион осколков. Он кричал моим голосом. Да? Капграс. Капграс. Кто ж выдумал-то тебя такого капграса? Так. Значит, не мой подменили. Так. Вот жалко, что эти палатки не загнут. Мало ли, что там может быть полезно. Так. Так, и давайте еще раз посмотрим на карту.
Так, записки, карта. Предположим, что мы находимся... А смотрите, кто-то копал в 5 сторонах от дома. Так. Е4, Д9, Г7, К5, H2. Вот и места раскопок, и мне это сейчас это ничего не дает. Но есть дорога. Так, есть дорога, есть заброшенный мост, и мы пока двигаемся к нему. Давай вставляем нашу рукоятку, крутим. Что это, мать-то, ну крутись. Такое неудобное управление этой мышкой. Вот так. Так, войти в пещеру. Войдем. О, там вышка. Так. Телевизионная вышка. Так. Ну, может, радио вышка. За мной все время кто-то наблюдает. Я это чувствую. А вы чувствуете? Так. Пещеру. Кто нас может здесь ожидать? Только тот шпион, который охотился за нами. Так. Ручей. Мост. У меня такое чувство, что... Твою мать, их что, серьезно повесили? Кто-то правда убил этих людей и оставил здесь их тела? В этом сраном бога забытом месте, куда мы с Сэмой только приехали? Конечно, что, не видишь, что ли? Вон висят. Вот так вот. Узнать бы еще, правда, кто, было бы, конечно, гораздо легче. Так. У меня такое чувство, что... Знаем, кто. Так, мост разрушен. Мы примерно... Карта. Так. А тут мосты-то, кстати, не указаны. Два моста рядышком где могут быть? Только на пересечении двух рек. Ладно. Блин. Точно никого нет. Ладно. Пойдем туда, куда указывают там путь. Он, кстати, не залазит, как в некоторых играх, хоть на какие-то скалы, там, выступы. Было бы, знаете, очень удобно. Даже стрелка для непонятливых. Кто может читать по-английски? Читайте. Смерть предателям. Какие-то психи считали этих людей предателями. Но почему отправились на маккартинскую охоту на коммунистов? Возможно, это провокация против меня. Провокация, ни хрена себе. Прилетела повешенная провокация. Нужно торопиться, Эмма там совсем одна. Эмма. Эмма. С чего ты одна? С ней то тело, которое подглядывало все это время. Которое охотилось за нами. Так, так, так. Так. Итак, мы сейчас войдем в эту пещеру. Так, так, так. А, у меня же... И снова это проклятое место. Пройти через пещеру. Пройдем. О, помнится, мне в последний раз по морде в ботинком надавали. В пещере. Так что надо быть аккуратней. Кстати, смотрите, тут, по ходу дела, эти жили. Горняки. Или семеро гномов. Так. Неплохо. Боже, неужели это мальчик?
Нормально, прибит к скале киркой. Так, вот зачем ты его трогаешь? Фу. Что это было? Что за... Так, у меня есть кирка, теперь я могу отмахиваться. Наверное, не отравили меня. Но как? Кофе? Возможно, они подсыпали. А может, все дело в передатчиках их излучений? Все может быть. Все может быть. Вот парня, правда, да, как-то убили, блин. Во-первых, что здесь делал парнишка? Что он здесь делал? Не тот ли этот турист, который там прибыл, там с палатками были? Ну, а что ж теперь? Итак, мы идем. Вот мне кирка и понадобилась. Опа! Еще разок. Опаньки! Вот так вот. Можно подумать, без нее так нельзя было камни руками-то разобрать. Так. Идем. Оп. Мало ли. Что там, плыть там еще придется, нет? И опять. Опа! И еще назад. Опа, иди. Так. Ух ты, смотрите, какая большая пещера. А ведь действительно, кто-то постарался над этим миром. Не дай бог, он там опять какой-нибудь мост. Давай. Бежит. Вот так вот. Я предполагал. Давай, ползи вверх. Через занозы все эти. Боли и колючки. Едва уцелел. Давай. Надеюсь, по морде тебя сейчас никто не пнет, чтоб ты туда еще и упал. Так что... Так, что у нас здесь? Они хорошо, черт возьми, ничего не скажут, пытаются сломить меня, но я все это сделал. Так, ладно. До этого пока не было ничего интересного. Просто бежали. Оборвался мост. На этом все. Интереса нет. Ну давай, вот мы прошли насквозь эту пещеру. Посмотрим, что нам... Так, сюда... И сюда. Так. Что здесь? Ну за каким-то хреном это нужно? Ответвление же есть. Ладно, если это для антуражу. И раз. И два. Так, вот с двух ударов крошу всех. Так. Идем. Где этот Джеймс Бонд? Так. Ой. Ну, кстати, тут, смотрите, свет есть, вроде как живенько все. После призраков-то вообще. Давайте посмотрим, что здесь. Ну-ка, откройся. Дальше, по идее, надо пройти. Ну, мы посмотрим, что здесь. Сундуки. Ой, а там еще и внизу. Ну давайте. Посмотрим. А, шифр. Так. Состоит из шести. Так. Ладно, посмотрим, что у нас есть. У нас есть записки, есть карта. Давайте посмотрим сзади, что там. Вот, ни хрена не видно. Давайте в тенек. Так, записки, карта. Тоже 6 букв. Давайте их запомним. Так, смотрите, кстати. Так, уровню Б. Так, ну-ка, у меня же есть машинка, точно.
У равно b. У. У. Вот так, а где у? Где b? Вот оно. Ну давай, твою ж мать. Вот так. Так. Это у нас... Так, W. W у нас чему равно? W. D. X. E. Def. Ну, кстати, смотрите, по порядку идет. Def. Дефи. 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 Ага. Дефиа. Дефиат. Ну-ка, давайте. Так, дефиат. Так. Черепашки. Слушай, закрой, во-первых, дверь. Во-вторых, мы говорили, что не надо разговаривать. Пока. Продолжаем. Продолжаем. Так, ну-ка, давайте посмотрим еще разок. Куда здесь идти? Здесь я упаду и помру. Так, о. Так, а как мне? Вот так. Так, так, так. Спускаемся. Аккуратненько, давайте кто-нибудь сверху там веревку обрежет, нет, ну. Нет, не обрезали. Ну и на том спасибо. Так, капкан нет. Капкана нет. Ну все, камни распались. Период полураспада. В рот. Так. Никуда от них не спрячься, найдут даже на краю света. Кто-то прибыл. Но если кому-нибудь расскажу, посчитают психом, это коммунисты и хотят. Люди, думаю, могут прислать сюда псевдокап. Нет уж, я вам просто так не... Так, короче, он думает, что сюда что-то... А, псевдокопы. И машину, смотрите, мою перегнали. Ну давай, псевдокоп. Ключ, документы. Блин. А кто машину закрывает? Ты же коп. Где там моя жена, дорогая? Дорогая, я вернулся. Где борщ? А, ты ешь в Америке. Где бургеры? Укусы то повесила, которая тут сейчас... Ё-моё. Так, еще больше откроется. Посмотрим. Ее в подвале запер. Ну-ка. Блин. Где ты? О, там здесь. Родная, что случилось? Почему на улице стоит? Где тебя носило? Черт побери, тебя носило где? Ты сама знаешь, я хотел отыскать... Почему ты плачешь? 6 часов. Чего? Тебя не было 6 часов. Ты вышел и просто пропал. Я не пропал, просто пытался избавиться от этих проклятых жучков. Каких жучков? О чем ты? Ты оставил меня одну. И какой-то псих проколол нам шины.
Ты это серьезно? Я вызвала шерифа, и когда мы стояли снаружи, тот парень вломился в твой кабинет. В смысле вломился? Шутишь, что ли? Телеграммы! Этот сукин сын забрал телеграммы! Шериф заметил разбитое окно, и как только мы зашли... Погоди, кто разрешал тебе впускать незнакомцев? Они не терялись в моих вещах. Он шериф, а не знакомец. Мне тоже мне шериф. Ты не представляешь, насколько изобретательны эти коммуняки. Могу представиться кем угодно. Ой, ты меня совсем за дуру держишь. Я позвала на помощь, потому что кто-то нас преследует. К тому же этот парень не мог далеко уйти, за ним погнался шериф. Это мне грозила опасность. Мне, а не твоим гребаным чертежам. Ну и бардак, надеюсь, он оставил следы. Нужно осмотреться. Осмотреть следы. Давайте вот начнем. Это мы видели. Так. Что мы тут? Так. Записка с изображением воробья. Думаю, кто-то хотел, чтобы я нашел ее. Но зачем? Ну давайте, почитаем эту записку с воробьем. Берегись, ласточек. Что, и все, что ли? Что-то записка какая-то маленькая. Так. Ага. Ну давай. Кто ты? Так, ну вот это тело. И что оно мне дает? Ровным счетом ничего. Понятно? Ничего оно мне не дает. Так. Думаю, я смогу отыскать его. Посмотреть местность рядом с домом. Ну я же... Да. Я пошел. Что-нибудь случилось? Не выходи из дома и никогда никого не впускай, пока я не вернусь. Опять оставляешь меня одну? Сдурел? Этим уже занялся шериф. Успокойся. Шериф не представляет, с чем имеет дело, если он вообще тот, за кого себя выдает. Он ничем не поможет. Не будь параноиком. Полиция не нашла на нашей стороне. На нашей стороне нет никого, Эмма. Нет смысла оставаться здесь, нужно добраться до него, пока не исчез. Эти телеграммы чрезвычайно опасны, нужны, важны. Все нужно. Все важно. Так что. Давайте. Главное не потерять след, невооруженным взглядом видно. Так, пройти по кровавому следу. Так. Шериф, похоже, отправился. Так, что шериф отправился? Так, след невооруженным взглядом я ничего не увижу, а вот локатор может помочь. Так. Вот сюда побежал. Вот он перебрался через мост и скрылся в лесу. Что ты у нас тут? По крайней мере, я знаю. Что я знаю? Ну, что ты знаешь? Вот. Шериф наверняка где-то неподалеку. Посмотрим рядом с ним. Ну, я так подумал, рядом с мостом. Давай, вот он. И вот он. Он пошел. Куда пошел? Так. Over Horror Storm. Куда он мог пойти? Вот жалко, что я английский не знаю. Даже подсказки никакой ведь нет. Так. Ну, раз его здесь нет, тут у нас что? Тут у нас сарай. Пойдем в другую сторону.
Ну, это упрощает дело. Да, это ты рада спикаешь. Так. Вот. Давай. Идем. Вот сюда за мост. Он нас там ждет. Сигнал становится сильнее. Конечно, сильнее. Я же правильно иду. Ну. Где-то здесь. Что тебе светить-то? Где-то здесь надо. Так. Надо туда подняться как-то. Так. Ну, он должен высветиться у меня где-то. Так. Так. Он поднялся наверх и перерезал веревку. Ну все понятно. Он перерезал веревку. А мы не умеем лазить. Так, давай, давай. Со своим агрегатом тут. Идем, идем, идем. Так, пока правильно идем. Ну, сканер не запищит. Понятно. Дэвид, Эмма и я, мои родители, еще ребята из транспортной компании. Кто-нибудь еще знает, где мы находимся? Кто-нибудь из офиса могли... Твою мать, почему я никак не могу разобраться, в чем дело? Почему тут все время что-то... Сломано, что-то разбросано. Почему все так плохо выглядит? Так, так, так. 40, 50. Так. Ага. Сейчас мы уже скоро наткнемся. Ну да. Где-то вот здесь я вот. Так. Вот он. Посмотрим. Черт, это электрический забор. Нужно придумать, как отключить ток, иначе я не доберусь до этого говнюка. Как отключить? Вот рубильник есть. Зачем он здесь? Электрический забор. Так, сначала нужно отрубить электричество. Так. Подождите, я что-то не пойму. Так. Он не отрубается. Так. Так, так, так. Давайте тогда пойдем по кабелю. Куда ведут эти провода? Куда они ведут? Куда-то сюда. Так. И рубильник. Первый есть. Так, красный, синий, зеленый теперь. Так, синий. Ух, куда он меня тащит?
Далековато. Этот-то говнюк быстро прошел. Так. Это длинный кабель какой-то. Так, ты куда? Куда ведешь? Я тебя не брошу, потому что я хороший. Куда? Ага. Слышали это? Ту-ду-ду-дум. Так, ладно. Нам надо туда забраться. Нам надо забраться, чтобы отключить его. Так, и разбег прыжок. Мать-то, вот в маленький этот проулочек надо было упасть. Ладно, моя попытка номер 5. Так, так, назад, назад, вот так. Думали, не смогут, а смог. Еще как. Давай, открывайся. Давай вниз. Второй готов, остался последний. Так. Что тут у нас творится? Так, насколько я помню, он в сторону шел. А, кстати, я же через мост проходил. Поэтому, да, придется возвращаться, блин. Из-за этого вот моста. Так. Какой у нас зеленый остался? Он в горы ведет, он туда. Так, ладно. Посмотрим. Отрываем доски. Второе. Отрываем. Вторую доску. Вот так. Заходим. Так. Кто-нибудь, кстати, хотя бы карту местности смог бы нарисовать этой самой игры. Так. Ну-ка. Так, так, так. Где-то у нас абордажный крюк. Ну. Кто? Понятно. А где крюк-то? Так, это глюк, что ли, словил? Так. Это не есть хорошо. Давай. Есть. Это мы заберем. Вы уж не обессудьте. Но эта веревочка нам пока еще нужна. Так. Вот и все. Теперь меня не убьет током. Теперь меня чем-нибудь другие может убить. Это что сразу током? Ну, мало чем убивает. Новостью, например. Убойные новости есть. Так. Идем по направлению. Теперь главному рубильнику. И вот так. Так. Подождите, я что не отрубил? Ну-ка еще разок. Вот теперь-то уж точно. Так. Пройди по кровавому следу. Насколько он кровавый там тоже. Так, я зашел сюда.
Сюда. Ну, мне надо сюда. Так, он куда-то меня в лес тащит. Так, я оттуда поднялся. Здесь он не запрыгивает, этот персонаж не прыгучий у нас. Йогой не занимался. Так. Вот сюда, я был уверен, что сюда. Давай, давай, нет. Не откроешься. Чё, поди тоже для декорации эта нора. Так. Ладно. Идем вперед, нам пока все устраивает. Мы продвигаемся. Выполняем сюжетную линию. Так, идем сюда. Сюда. Так. Это домик. Вот он. Мы поймали его. Он был сзади, но дверь заперта. Пойду за ним дальше. Так. Ну ты что, перелезть не можешь, что ли? Дядя, какой-то ты... Я даже не знаю, беспомощный какой-то. Даже перелезть через маленький заборчик не можешь. А ведь тебе еще, наверное, свою бабу спасать. Так. У нас что, пройти по кровавому следу? Так, ладно. Пройдитесь. Может, ты без прибора можешь перелезть? Давай, давай. Сколько-то нету. Так. Это меня напрягает. Пройтись по кровавому следу. Так. Так. Может, назад пройдем немножко? Посмотрим, может, что мы что-то упустили. Так. Я уже даже не помню, честно, откуда вы пришли. Отсюда пришли или нет? Так. Вообще ничего не понимаю. И по локатору вроде все нормально. Так. Дрова какие-то лежат. Так, мы идем пока все правильно. Так, а ну-ка. Что есть у нас здесь? Ой-о, смотрите, кладбище. Какая-то страшная горгулья. Бабка какая-то страшная. Так. Куст... А эти кусты вроде рубить можно. Ну-ка. Вот, смотрите, да, действительно, я оказался прав. Ну-ка эти. Давай, до кучи дорубил их. Так.
Это что? Что-то наверху. Так. Мы же сюда как-то попали зачем-то. Значит, здесь что-то есть. А что здесь есть? Еще кусты. А за кустами что? Еще кусты. Так. Итак, идем, идем, идем. Эмма? Эмма? Это же моя жена. Эмма, стоп! Эмма, стой! Откуда ты бежишь? Куда ты бежишь? Ну, смотрите, я... Так, могилы в таком месте. Интересно и очень странно. Еще бы не странно. Wait. Так, минутку, что? Что? Что он сказал? Так. Wait. Ой, подождите. По-моему, так переводится. Не понял, что-то. Мария Хейз, здорово, вдова шахтер. Ой, их читать можно. А ты тогда кто? А, некоторые. Понятно. Так. А что мы ищем? Наверное, как в готике какое-то захоронение, наверное, определенное. Итак. What are you doing, for God's sake? Господи, что же ты тут? Так, это лопата. Так, это что у нас? Так. Это у нас лопата. Не понимаю. Ну-ка еще разок. Эмма. Эмма Стивенсон. А, в смысле, могила для жены вырота уже. Могила-то для жены вырота. Что-то херня какая-то творится, ребята. Что-то непонятное. Так. Это я куда? Так, давно никто не проходил. Ага, по кладбищу никто давно не проходил. Что вообще здесь сделал на кладбище? Никто не ходил. Я вот хожу. Эмма. Ого, сундучок. Так. Подождите. В прошлый раз подвох какой-то был. Так, так, так. М равен W. Так. М равен W. Так. Так. У меня уже записаны все эти коды, поэтому... Я могу сразу вводить. Кстати, вы записали? Нет, с карты. Надо было с карты записывать себе куда-нибудь. Или развивать и память. Так. Все. Так. С, если я не ошибаюсь. Там было С. Так. Ну... Либо моя память тоже меня подведет, либо я открою его. Так. Сейчас, минутку. Значит, здесь вот все... А, во! Это Г. Вот. Вот так вот. Пятая записка. Что-то я не понял. Где остальные-то записки-то? А теперь самое главное. У них везде есть люди. Даже в больницах и полицейских участках. Помнишь, когда один из них попал в аварию, его положили в больницу с легким
переломом. На следующий день он умер, предположительно от эмболии, которую диагностировали слишком поздно. Они избавляются от нас, когда у них есть шанс. Если вдруг полицейский, фельдшер или шериф докопается до тебя по какой-то незначительной причине, знай, они тебя поймали. Не доверяй никому, семье, начальству, даже своим коллегам. Мои дни сочтены, но я надеюсь, что до тебя они не доберутся. Кому вот это пишут-то? Кому? Так, подождите, если вот это место было сделано для сундука, то там же где-то еще смотрел туда куда-то. А, это здесь уже. Блин, это короткий путь. Чтоб я мог обратно вернуться на тропу. Куда на тропу? Сюда на тропу? А, ну да, куда-то сюда. Так. Значит, получается, на этой местности разбросаны сундуки. Кстати, по карте там надо смотреть. По карте. Так. По карте смотреть, ориентироваться, где ты сейчас в данный момент находишься. Так. И уже оттуда отталкиваться. И это, я как понимаю, крестиком обозначены сундуки и все эти записки. Ладно, что ж. Я надеюсь, эти записки нам большой роли не сыграют. Так, это мы куда? Ой, я, кажется, заблудился. Заплутали мишки, заплутали. Так, черт, сначала стоит проверить. Проверить, значит, я все-таки не туда свернул. Так, а вот он, домик. Так, домик есть. Я так предполагаю, что где-то есть все-таки ключ. Там же все-таки ключ был. А вот где? Может, в какой-то щели. Или в окне. Так, тут закрыто. Может... Да. Где обычно прячут ключи? Ключ. Не может такого быть, чтобы мне через пол карты ключ с собой тащить надо было. Ну-ка, ну-ка. Так. А, ну-ка. А нет, смотрите-ка, здесь-то я не был. Ну и уж мать, а я ее даже и не видел. Ага. Тут целая вышка спрятана. Так. Полезли. Такая большая вышка стоит, а я ее даже что-то и не видел. Ну-ка, на картах она есть. На картах она вроде как и не обозначена, наверное. Ладно. Черт, чтобы я боюсь высоты, но тут нужно быть осторожным. Так. С той стороны, с этой стороны, с какой стороны? Изнутри. Ну, открывайся. Ключ бросить.
Блин, я думал, он не понадобится. Что тут есть? Ищем, ищем, что нам может пригодиться, чтобы открыть эту калитку. Так. И давай тело, покажись. Так, что, а, блин, аномалия. Ладно. Вроде все. Еще разок пробуем. А, еще одна аномалия у нас. Так. Да ё-моё. Вот так, вроде все. Сигнал какой-то был сработан. Так, я был прав, его здесь нет, нужно смотреться, кажется, он что-то здесь прятал. Так, что мы там видим? Что-то зажигалка? Или что, или жучок? Надеюсь, я смогу открыть ему дверь. Я тоже надеюсь. Так, изучите территорию вокруг коттеджа. Ну, пойдем изучать территорию вокруг коттеджа. Так. Вот единственное, чем вот хорошо так вот днем играть. Вот. Я имею в виду, когда в игре день. То, что страху не так много, хоть знаешь, что за тобой кто-то следит, вроде там кто-то где-то что-то, как, допустим, моя жена на кладбище пробежала, но это ничего страшного. А вот когда ночью сидишь и играешь, допустим, как в главу шестую, и вот там вот так, а что мне тут, у меня кто-то там. Ну-ка, давайте посмотрим. Так. Так, так, так. Так, я ж тебя уже искал. А еще дальше. Вот ты какой мерзопакостный, такой пиздопротивник какой-то. Ужас. Так, нужно узнать, что он там делал. Вот нужно тебе это. Так, я просто ворвусь внутрь и устрою. Так, надеюсь, его английский лучше, чем мой. Давай. Давай. Или в подвал надо было сначала. Нет. Так, найти код и забрать его на компьютере. Даже здесь мы должны были исчезнуть. Так, раз. Два. Это что, это код? Плюс три, минус один. Возможно. Lost. Потеряно, что-то я не уверен. Надо было думать об этом раньше. Он уже знает больше, чем нам хотелось. Куратор беспокоит. Нам предстоит серьезный разговор. Кто за всем этим стоит, когда это началось?
Если они меня раскрыли, то почему не крали телеграммы раньше? Не знаю. Тайны, тайны, тайны. Так. Так, так, так. Так. Ему все о нас известно, он словно спит с нами в одной постели. Так, Адам проснулся в 5:21, хотя допоздна не мог заснуть. Эмма встала в 8:40, затем они вместе позавтракали. Когда она спросила, хорошо ли ему спится в новом доме, он солгал, ответив утвердительно. На самом деле он спит по 5-6 часов, иногда меньше. И это не единственное, что он утаивает от своей жены, хотя Эмма тоже до конца честна со своим мужем. А, не честна. Оба утверждают, что полностью доверяют друг другу, но она на деле это не так. В наше время никому нельзя доверять, даже самому себе. Вот это да. Доверять никому нельзя. Мне можно. Так. Так, рация, книга. Так, так. Часы, кстати, смотрите, опять такие часы. У них что? Одни часы для всех. Это когда мы приехали, он уже дожидался нас. Вас трое, эта мразь знает о нашем нерожденном ребенке. Так, что-то я не пойму. Очень интересно, вот что там нерожденный ребенок, что выкидыш был, что ли, что что. Так. Нет, пока еще ничего такого, чтобы могло привлечь внимание. Так. Nothing in here. Здесь ничего нет, надо найти слайды. Так, а куда мне это вести надо? А, так вот сюда и надо. Мне же их выводить сюда надо будет. Вот так. Или как? Или вот так? Надо найти слайды. Так. Это стало интересно. Где еще? Где чего висит? Так, нужно потянуть этот рычаг. А, вот темно стало. Так. Слайдов-то нету. Так что этот рычаг мне бесполезен пока. Давай, свети пока. Что ты мне покажешь? Так, подвал, второй этаж. Давайте второй этаж. Зайдем. Это что, это, ну да, второй этаж. Maybe I should check what this button is. Может, стоит нажать на эту кнопку? Что ты хочешь все время что-то нажать? Так. Вот дневник. Книга по шифровкам. Некоторые страницы отмечены. Так. Спартанский шифр. Так, ну давайте. Нажмите на паузу, прочитайте. Я пока прочитаю для себя. Так. Завершить. Так, инструкция подсказывает мне, что он пытался передать какую-то информацию, но я не мог понять ни слова. Как мне расшифровать? Так. Ага, ну ладно, возьмем для начала. Так. Что мы тут наблюдаем?
Так. Ну. Так, что здесь есть вообще? Так. Пифор. Если мы что-то будем разгадывать, потому что нам дали только что подсказку, несколько вариантов. Так. Нажали на кнопку, ага. Что-то загорелось. Так. Ничего. Смотрите, отпечаток. Светится отпечаток. Это значит ультрафиолет. Так. Там... Ага, следы. Мои, что ли, следы? Ага. Так, А3. Вообще здорово стало видно. Так. D2. Так. Так, так, так. Давайте посмотрим. О. Так. Работает. Буквы становятся понятными. И что тут? C1. Так, предположим. Хорошо. Расшифровываем план побега. Так. Так. Этот уёбок думал, что расстроил нас с Эммой. Так советы и делают, расстраивают друзей и родственников друг против друга. Никому нельзя доверять, верно? Но самым... Так, да. Верить тоже не стоит. Так. Он все еще в замешательстве. Он не понимает смысла моих действий, не понимает моих мотивов. Он считает, что у меня плохие намерения. Она подумала, что с ним что-то произошло. Звала на помощь. Именно в критические моменты раскрыть истинные намерения человека проще всего. Я все вижу и слышу. Ни одна деталь не убежит от моего взора. В холодной войне участвуют не только нации, но и отдельные люди. Нас разделяет железный занавес. Но скоро его не станет. Будет. Куда? Еще бы один был. Так, за каждым нашим шагом следит. Но что конкретно он имел в виду? Почему он постоянно переходит на заглавные буквы? А, нашел что-то под половицей, когда заноси... Так, что тут? Что-то с буквами. А, да, Адам, да. Коробки на чердаке, его маленькая находка, гораздо важнее, чем ему могло показаться. Порой мне кажется, словно она чего-то боится, хотя переезд состоялся по ее прихоти. Он виделся с Д, но не подозревает ни о чем. Так, без... И все видно, мне все видно и слышно. Так, что-то бред какой-то. Еще и хрен прочтешь. Так. Так, их здесь двое. Вот, видимо, они смены этой спали, потому что один-то он никак не мог. Это караулит нас день и ночь. Чтобы все это знать. Так что. Что сверкает такое? Так. Итак. Так, мне нужен слайд. Где взять слайд?
Тапочки. Как мило с их стороны тапочки. Так. Слайд. Так, ребята, я не могу найти слайд. Нет. Так. Так. У нас здесь. Похоже, компьютер управляет дверью в подвал. Мне надо достать. Ага, пароль. Пароль. А я пароль пока не знаю. Так. За 20 секунд его надо успеть ввести. А, Б, С, ага. Так. Т2. А3. Д2, А3. А вот точки показывают, откуда смотреть надо, я так понимаю. Так. Вот так вот тебе запакостил. А три. Так. Д2. Еще две буквы. Так. Так, ну ладно. Эти-то я знаю. Так. А, там еще С1 было. С1 было. Точно, мы же проявляли. Вот она. А я еще думаю, что... Так. Что там такое? У меня почему-то такое ощущение, что мы тут-то забыли. Вот он же здесь ходил. Что-то, что ты ходил здесь? Лапы свои мы не мытые. Давай, 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 тяни, тяни. Вот так. Так, что мы еще видим? Так. 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 Куда мы там? Так, 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 так. Посмотреть. Надо посмотреть, значит, посмотрим, ладно. Нажмем на паузу. И посмотрим. Тут, да, мне кажется, это... Так. Это вот, наверное, оно и есть. Надписи. Надписи. Пись-пись. Так. 3, 4.
4. Так, 3, 4. А, Б, С. 1, 3, 4, 1. Д, 2. Д, 2 вроде. Д, 2. 3, 4, 1, 2. Так. И чего тут как? Три. Это не совсем понимаю. Три. Четыре. Не понимаю. Так. А, один. Ю. Б, 4, С. Так, Ю, С. Так, ага, понятно. Ю, С, С, 1, W, Д, 2, П. Так. Ну-ка, выйдем. А, 3. А, 3. Г. Так, Н. Р. У. Вот так. Finally. Спуститься в подвал и разобраться с этим ублюдком. Давай. Ты покуда пойдешь? Посюда? Ну, ну. Что, каши мало ел? И вторую створку. Я хочу как король войти туда. Итак... Что у нас здесь имеется? Итак, мы будем навешивать ему люлей. Так, это не открывается. Молоток. Кстати, вроде бы здесь кого-то пытали тогда. В самом начале игры. Где он там что-то чушь какую-то нес. Сколько крови, что здесь произошло? Шпиона убили, что? Что здесь могло произойти? Так. Зарезали, как скотину. Твою ж мать, это, наверное, шериф. Не понимаю, кто мог так сотворить. Зачем? Кто мог здесь сотворить? Здесь только один человек был. К счастью... Чего это? Блин, так быстро бормочет. Наконец-то теперь я смогу спуститься. Так. Давайте почитаем. Я наконец-то добрался до шахты. Но что-то спустилось. Глава 8. Ну что ж. На этом все. Увидимся в следующем видео. Пока. Подписываемся, ставим лайки.